Всем привет, меня зовут Александр Малафеев, я являюсь мастером спорта международного класса по кикбоксингу, и это проект «Тверь Тим». Начинал с бокса в Бежецке, там понял, что как бы бокс моя тема, все, а потом, когда в Тверь перебрались, пришел на кик, ну, что понравилось, остался в кике и пошло-пошло вроде. 17 лет уже я в виде спорта в этом. Утром я тренирую сам, вечером я тренирую ребят. Травмы были такие, что я выходил из строя там на 2 месяца. Плечи вылетали, ноги отбивались, голова иногда гудела очень сильно после боев. Вообще не жалею ни разу. Нравится мне. У каждого своя стезя. На чемпионате мира прошедшем я боксировал, но там были онлайн-трансляции. Моя мама сказала, говорит, смотреть не буду. А сама смотрела, говорит, и смотреть не могу, и не смотреть не могу. То есть, ну, очень-очень нервничать. Ну, поначалу, когда вообще только, ну, первая Россия моя была там юниором, она была категорично против, у меня там вообще баталии были дома жесткие в этом плане. Ну, сейчас уже все смирились. Весь мандраж за рингом. То есть до боя, когда ты ждешь его, когда ты ждешь боя. А когда ты выходишь в ринг, там уже все равно становится. Там то ли есть только ты, твой соперник и рефери. Все, шансов нету, надо делать. Вышел в ринг, все, дерись. На данном этапе времени, наверное, заслуженный мастер спорта у меня цель стоит. Вот, а дальше посмотрим. Подлечиться пока сначала, для начала, а потом набирать побольше боев, боевой практики. Пока силы есть, возможности есть, надо пытаться как-то себя что-то реализовать, использовать.